Завтра в Днепропетровске пройдет осенний велофестиваль «Днепр Ровер Фест 15». Его главная цель – популяризация здорового образа жизни, велоспорта, велотранспорта, развитие велоинфраструктуры в Днепропетровске. Для спортсменов Ровер Фест еще и отличная возможность пообщаться, обменяться опытом и впечатлениями от велосезона. Принять участие в фестивале может любой желающий, как профессионал, так и любитель. Программа фестиваля включает открытие первой велодорожки в Днепропетровске, велопробег в парке Шевченко. Там же стартуют различные соревнования для велосипедистов разных возрастов. Будут организованы кросс-контрийные гонки и два заезда – детский и взрослый. Все участники получат поощрительные призы, победители – медали и грамоты.